То есть заключение такое. Решение всей нашей пустой жизни, которая еще усиливается в своей пустоте. Мы не знаем даже, что это такое. И мы видим, что человечество пока еще не решило проблему. Для чего жить? Как жить? Нет выбора в жизни. А пришли мудрецы и сказали, решение в том, чтобы испробуйте, вы узрите, что добр Таврец. Если вы хотите узнать о сути жизни, силы, мощи жизни, суть жизни вы постигаете только в том случае, если вы познаете Творца, ибо добр Творец. И для этого нужно выполнять Тору и заповеди, потому что выполняющие Тору и заповедь, как положено, и пробуют смысл жизни, вкушают от жизни и знают, что Творец создал миры для того, чтобы наслаждать. И поэтому нужно выполнять Тору и заповеди, как положено. Я не знаю, что значит выполнять Тору и заповеди, как положено. Я знаю, что моя жизнь пуста, я пришел в какое-то место и ищу, что делать. И мне говорят, ты можешь удостоиться добра, если ты придешь к выполнению Торы и заповеди, как положено. Я не знаю, что такое Тора, что такое заповеди, что значит «как положено». Я не знаю, но это своего рода девиз. Сейчас я должен понять его.